Сегодня Череповец — это не только крупнейший центр, но это история. История нашей страны, история нашей Вологодской области, где трудятся удивительные люди. И я сегодня хотел бы в этом большом зале сказать слова искренней благодарности нашим врачам, которые уже 8 месяцев борются с болезнью в красной зоне, которые лечат наших земляков, наших детей, наших родителей, которые не видят своих семей, которые отдают свою жизнь, здоровье, весь свой профессионализм для того, чтобы мы были живы и здоровы, которые делают все от них зависящее, работая с максимальной концентрацией своих сил. Никогда со времен Великой Отечественной войны медицинская отрасль не работала с такой колоссальной нагрузкой.